Всем привет, продолжаем знакомиться с работами художников. Эдвин Генри Ландсир, английский художник, скульптор эпохи романтизма, известен в частности как создатель бронзовых литых скульптур животных, оленей, львов. Ему принадлежат статуи львов у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади. Я цитирую Википедию. Был младшим сыном гравера по меди Джона Ландсира. Его брат был художник Чарльз Ландсир. Обучался живописи у своего отца и у художника Бенджамина Хейдрона. В 1814 году он впервые выставил свои картины на летней выставке в Королевской академии художеств, а в 1815 поступил в школу при академии. В 1824 впервые посетил Горную Шотландию и с тех пор неоднократно приезжал туда на этюды. По шотландским мотивам художник создал целый ряд полотен, многие из которых выставлены в крупнейших музеях Великобритании, например, в Эдинбургском национальном музее Шотландии. В 1826-м Ландсир стал членом-корреспондентом Королевской академии художеств, а через 5 лет действительным членом, а затем и придворным художником королевы Виктории и ее супруга, принца консорта Альберта. В 1850-м возведен королевой в рыцарское звание, был избран президентом Королевской академии, но, однако, отказался от этой должности. В 1840-м перенес тяжелое нервное заболевание и впоследствии периодически страдал депрессией, что не мешало ему продолжать рисовать до глубокой старости. Изображал преимущественно животных и пейзажи. Произведения его распространились также в графическом и литографическом видах, создав Ландсиру широкую популярность не только в Великобритании, но и на европейском континенте. Состоятельные англичане заказывали ему портреты своих собак, что было одним из источников заработка для живописца. Фамилия художника увековечена в названии породы собак Ландсир. Это пятнистая разновидность ньюфаундленд собак, прирожденных спасателей утопающих. Он неоднократно изображал их на своих картинах, таких как «Леон, Ньюфаундский лес». Ну и, наверное, нам немножко прочитать стихотворение собаки Качалова. «Дай, Джим, на счастье лапу мне, ха, такую лапу не видал я сроду, давай с тобой повоем при луне на тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне, пожалуйста, голубчик, не лежись, пойми, со мной хоть самое простое, ведь ты не знаешь, что такое жизнь, не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой мил и знаменит, и у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать». Кусочек творения Есенина, написанное в 1925 году. Ну, видимо, вот и все, что можно было найти о Эдвине Генри Ландсире, английском художнике и скульпторе эпохи романтизма. Пока-пока, до свидания, смотрим его картину.